Слышите? Это второй день вот в этой церкви. Молитва, в которой мы были вчера. Привет, друзья! Ты же такая, вот мне кто-то написал, такая интеллигентная, такая вот ручку на ручку положила. Действительно, элегантная и красивая. Добрый вечер, дорогие друзья! Today... Да. Сегодня 9 января. Очень быстро летит время. Я не знаю, почему оно так быстро летит. Саша всегда говорит, что когда люди счастливы, оно летит быстро. Мы особо ничем таким интересным не занимаемся, поэтому и снимать мне особо нечего. Я смотрю фильмы. Мне тоже кто-то написал в комментариях, что «А вы что, вообще фильмы не смотрели? Вы сейчас какие-то десятилетней давности фильмы смотрите». Я, правда, не очень такой фанат художественных фильмов. Но сейчас вот стала какие-то сериальчики смотреть. Вот именно сейчас нашла себе новогодний сериальчик или это фильм, не знаю, «Мужчина в моей голове». Девушка, женщина столкнулась на катке с парнем, упала. И, в общем, ее отвезли в больницу, а утром у нее... Вернее, когда она очнулась в больнице, у нее мужской голос в голове появился. И вот как она с этим живет. О, какая музыка приятная. Ну, вот это я понимаю, музыка. Девочки опять рыбу. Папа наловил. Смотрите, сегодня какая облачность. Да. Ну, я посмотрела пока только минут 20, но фильм мне очень понравился. Актеры играют непринужденно. Ну, началось опять. В прошлый раз, когда они в воде собачку гоняли какую-то долго, когда Саша купался, в конце концов пришел мужчина из кафе с палкой и разогнал их. Потому что это можно, наверное, тут часами наблюдать, как они перелаиваются. Ну, сегодня, смотрите, вот там, мне кажется, дождик вот там. Давай. Мы пришли опять в свой кинотеатр. Прекрасный кинотеатр. Кстати, сегодня очень близко море. Обычно приходится идти далеко-далеко. А сода, соль, ти лемон, only not kanda, garam, garam, normal. Нам Or maybe plain garam if they plain soda. Plain not cold, not cold. Ну вообще очень красиво. Да, так близко вода. Сегодня как-то. Do you have biscuit? No, mama. Нет. У нас нет печенек. Нету печенек. Придется в следующий раз принести. Ой, ну до чего красивые волны. Я сегодня утром опять пошла купаться, как всегда. Волны были, но не такие. Небо, как всегда, чистое было. Сейчас. Пойдем, немножко прогуляемся. Ну, я поняла тебя. Ну как ты? How are you? А, окей.
зовет. Нашел объект. А, ну машите. Hello, говорит мэм, я вообще ворону снимала. Ну вот к вопросу, какие же индийцы незакомплексованные. Иногда кажется, я наведу на них камеру, а вдруг они огорчатся или не хотят сниматься. Ну, ни разу еще не было. Наоборот, как только увидят, приосанятся и ребенка в кадр, и сами пытаются. Вот такая артистичность. Сегодня опять очень много народу, но сегодня воскресенье. Помните, девочки катались на колесе, на каком-то велосипедике одноколесном, иностранка, а они к ней подбегали и пытались учиться кататься. А между делом они просили денежек, милостыню, и сейчас они это делают, просят милостыню. Зрительный зал. Близко, близко, близко к воде. Расположилась первая линия. Thank you.
And your? Pakistan. Uh-huh. You from Mumbai? Huh? You from Mumbai? Нет? And where are you from? Huh? Which city? Huh? Which city? You are from which city? Ну да, ну ладно тогда, девчонки. Хорошо, давайте, счастливо. Пока-пока, спасибо. Хорошо пообщались. Пока-пока тоже они повторили. Молодцы, говорят. Говорят по-русски. Привет! Привет, друзья! Помните, эта девочка... But when we come, it's far away from us. We will bring chocolate. Помните, ребята, это вот девочка с малышом, которому полгодика. You sell something? А, yeah. Они продают здесь, молодцы какие, very, very good. Ей 10 лет, you are 10 year age, да? What is your name? Shafina. 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 Ага. This your sisters, Shafina? Friends. Friends. Yes. Молодцы, девочки, молодцы. Вот, вот с детства работают. Сейчас, говорит, я им дам денег на шоколадки. Хорошо. На троих, да. По три of you. Давай. Она левую руку протягивает. Давай. Bye. Напомнила, да. Мне соседка говорит, Арчена, я смотрю, говорит, твои видео, ты так быстро их выпускаешь, а ты принесла девочкам шоколадки? Я говорю, так пока не было повода, это же очень далеко. Идти, да, идти в такую даль, к почте. Говорю, когда надо будет на почту, тогда пойдем уже с шоколадкой к ней. Она, видимо, ждала прямо вот на следующий день.